Всем доброе утро! Вот уже 1 августа, суббота. Покажу, что у нас сегодня на завтрак. Очень вкусная каша пшеная. Замечательная. Они здесь ее готовят. Просто замечательно. Сыр. Сливочное масло. Хлеб. Диабет черный. Остальные можно черный и белый. 12 человек у нас с диабетом лежит. Им еще положен био-йогурт. Натуральный, он немного кисленький. Чай без сахара. И потом часов в 11 будут соки. Это у кого нет диабета. А овощной, сегодня томатный, это у кого диабет. Всем приятного аппетита!